Добрый вечер, уважаемые телезрители и гости нашего города. Сегодня воскресный вечер, а значит, с вами игровое шоу для всей семьи «Энергия и удача». Я поражаюсь, с каждым воскресеньем ведущие становятся все профессиональнее и профессиональнее. Это не профессиональный ведущий, это менеджер торгового дома «Энергия». Ее зовут Анастасия, прошу любить и жаловать. Меня зовут Дмитрий Шиш, и, дорогие друзья, вы настроены на телеканал Рика ТВ. В ближайшее время вы можете к нам звонить в прямой эфир по номеру 222-333 для того, чтобы выиграть наш главный приз – 10 тысяч тенге. Но имейте в виду, у вас есть еще конкуренты, наши участники, с которыми мы вас познакомим через несколько секунд. А звонить уже вы можете прямо сейчас. В эфире игровое шоу для всей семьи «Энергия удачи». Спасибо, что это воскресенье вы встречаете вместе с нами. Знаете, сегодня проснулся, смотрю в окно и думаю, неужели осень наступила, моросил дождик. И тем не менее, когда выходишь на улицу, все равно радуешься весне. А вот сейчас мы узнаем, как же радуются наши участники тому, что у них закончились каникулы. Я позлорадствовал, да? Добрый вечер, друзья. Давайте поаплодируем друг другу за то, что мы сегодня собрались. И знакомимся с вами, расскажите о себе, что любите и чего ждете от весны. Меня зовут Медина, я учусь в 20-й школе, я увлекаюсь психологией. Ух ты! Да. Ну, по лицу видно, что позитивный человек. Еще я люблю печь. Вот. Ух ты! Да. И играю в баскетбол. Ничего себе. Молодец. Выпечкой занимается, в баскетбол играет будущий Майкл Джордан, да? Я не ошибся же? Так, а вот весна для вас это что? Каникулы, конечно, закончились. Хотелось еще поспать дома, да? Ну, весна, ну, скорее бы лето, вот. Что скоро лето, скоро конец учебы. А вообще нравится учиться? Да. Да? Да. То есть в школу вы идете с настроением или нет? Да. А бывает такое, что не хочется вставать и идти в школу? Бывает. Бывает? Но мы переходим к нашему следующему участнику. Давайте знакомиться, как вас зовут, чем занимаетесь, что любите и чего не любите делать. Здравствуйте, меня зовут Абат, учусь в 20-й школе, 16 лет. Я на вас смотрю, прям думаю, что вы будущий политик. Настя, как ты думаешь, да? Серьезно, да? А вот какие предметы в школе вам наибольше всего нравятся? Алгебра. Физика. Ну все понятно, Верный все понятно. Да. Как зовут вас? Меня зовут Аяжан, я учусь тоже в 20-й школе. Люблю петь и читать книги. Профессионально поете или нет? Нет. А просто для себя, в караоке, да? Ну просто для себя и там в школе, на классном часу. Отлично, но главное, чтобы не на уроках. Итак, дорогие друзья, мы очень рады, что вы сегодня в нашей студии, ученики 20-й школы. И сейчас мы посмотрим темы, которые нас ждут сегодня в течение эфира. А далее расскажем о правилах игры для вас, телезрители, и для наших участников. Внимание на экран. Итак, сегодня у нас, как и обычно, 6 тем. Это... Так, волшебные слова. Что здесь нужно сделать? Здесь нужно угадать, кто говорил фразы из сказочных героев. То есть это может быть Емеля, это может быть Буратино, Мойдодыр и так далее. Следующая наша тема – это… Мир профессий. Мир профессий. Здесь вам нужно угадать, о какой профессии или о каком из людей, кто связан с этой профессией, идет речь. Актеры и актрисы, техника вокруг нас, музыкальный вопрос и в мире животных. За каждый правильный ответ вы получаете не… пятерку, и не четверку, и не тройку, и не двойку, и не единицу, а денежное вознаграждение. Тот участник, который набирает наибольшее количество правильных ответов, мы ему предлагаем принять участие в суперигре. Главный приз – это 10 тысяч тенге. Если вы отказываетесь от суперигры, вы можете забрать всю свою сумму, которую вы заработали в течение нашего эфира. Ну, а если вы все втроем затрудняетесь ответить на вопрос, то в игру вступают наши телезрители. Еще раз напомню, координаты 222-333. Звоните и... тоже будьте счастливы и удачливы в нашем проекте. Итак, первая у нас сегодня Медина. Медина открывает эфир и выбирает тему, которая ей по душе. Актеры и актрисы. Актеры и актрисы. Итак, кто же у нас сейчас изображен на экране? Внимание! Это... Оп. Иван Охлобыстин. Молодец, верно. Это действительно Иван Охлобыстин. Где он сыграл? Интерны. «Соловей-разбойник» еще фильм. «Соловей-разбойник», да. Правда, я его не понял, этот фильм, честное слово. Смотрел один раз и не досмотрел. Выбирайте тему. Давайте дальше. Актеры и актрисы. Актеры и актрисы. Итак, это уникальнейшая, моя любимая актриса. Ума Турман. Ума Турман, верно. Пожалуйста. Молодец. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас.
А вот сейчас и будет звучать в нашей студии музыка. Поехали! Бьянка. Молодец, это действительно Бьянка. Умница, выбирай. Мое небо. Актеры и актрисы. Актеры и актрисы, хорошо. Итак, внимание на экран. Блин. Виктория Заворотнюк. Нет, не Виктория, ее не так зовут. Настя Заворотнюк. Анастасия Заворотнюк, верно. Абат отвечает. Ошиблись Вика. На имя. Да, Вика, моя прекрасная няня. Да. Там она играла Викторию. На самом деле ее зовут Анастасия Заворотнюк. Да. Выбирайте тему. Я, да? Да. Ага. Мир животных. Политику играть. Мир животных? Давайте. Хорошо. Может ли обезьяна выступать акробатом на канате? Да. Да, верно, совершенно верно. Выбирайте, Абат. Абат выбирает нас тему, и это... Техника вокруг нас. Техника вокруг нас. Сейчас Настюша вам зачитает вопрос. Итак, чем вместо бензина заправляли самый первый автомобиль? Сейчас. Нет. Нет. Сейчас. Абат. Забыл я. Айжан, это то, что Коля... Ну. Вы уже не имеете права ответить. Дрова. Ну, дрова, хорошо, есть, Абат, только надо на кнопку нажимать. Да. Верно, Айжан, подтягивайтесь к нам. Не будьте в пространстве, а будьте в проекте энергии удачи. Ведь это самый энергичный проект. Итак, выбирайте тему. Так. Абат. Мир профессий. Мир профессий. Кто главный на корабле? Капитан. Молодец, капитан. Выбирай тему. Капитан, улыбнитесь. Давайте мир профессий. Мир профессий, хорошо. Итак, кто помогает сохранить здоровье домашним животным? Ветеринар. Молодец, ветеринар. Выбирай. Ветеринар. Давайте техника вокруг нас. Техника вокруг нас. Система опор, необходимых для разбега самолета при взлете, пробега при посадке, а также передвижения и стоянки его на земле. Шасси. Верно. Выбирай. Актеры и актрисы. Актеры и актрисы. Итак, это у нас кто на экране? Константин Хабенский. Константин Хабенский, верно. Выбирайте. Давайте актеры и актрисы. Хорошо, давайте. Кто это? Ходченкова, Светлана. Светлана Ходченкова, правильно. Верно, выбирайте. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Слушаем композицию еще один раз. Он любил меня когда-то вот так же. Сейчас, я знаю. Это две исполнительницы. Одна из «Фабрики звезд», четвертая. А вторая уже очень популярная. Ее еще с шансоном сразу. Шансон, да. Забыла. Сейчас. Один в один. Да, верно. Верно. Боже. Так, ребята. Угадают ли они или нет, мне интересно. Итак, Медина, вы нажали первое, вы должны... Есть варианты? Сейчас. Раз, два, три. Медин, переход хода Абат к вам, есть варианты? Нет. Вы хотите деньги телезрителям отдать? Вы знаете, я на нейтральной стороне, ни на вашей, ни на телезрителей. Вот как будет, так и будет. Есть, Айжан, вариант? Нет. Уважаемые телезрители, ну что ж, теперь все карты в руки вам. 222-333, ждем от вас телефонного звонка и правильного ответа. Еще раз дайте звук в студию, чтобы мы послушали. Нам практически не слышно музыки. Вот другое дело. Итак, есть телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. А вы почему к нам так долго дозванивались и как вас зовут? Меня зовут Аубакир. Аубакир, очень приятно. Как проводите воскресный вечер? Неплохо. Неплохо. Ну, конечно, энергию смотрите. Как может быть плохо? Да, я постоянно смотрю вашу программу. Ваша любимая программа? Постоянно смотрю. Спасибо, нам очень приятно. Аубакир, итак, кто исполняет эту композицию? Это Успенская. Браво. Это Ирина Дубцова и Любовь Успенская. Правильно, ребята были на верном пути. Аубакир, оставайтесь вместе с нами на связи, потому что если участники будут ошибаться далее, то, соответственно, вы и будете, правильно отвечая, зарабатывать деньги. Итак, Айжан, ваш ход. Выбирайте тему. Мир профессий. Мир профессий. Кто сочиняет музыку? Композитор. Верно, композитор. Выбирай.
Мир профессий. В мир профессий. Кто старается сделать задания не похожими друг на друга? Здание, вернее. Архитектор. Архитектор, верно, задание. Вот я про задание подумал, и задание и прочитал, да? Здание. Выбирайте тему. Актеры и актрисы. Актеры и актрисы. Итак, наше последнее задание в этой теме. Орландо Блум. Орландо Блум, верно. На этом тема актеры и актрисы у нас закрыта. Остаются волшебные слова, техника вокруг нас, мир профессий, музыкальный вопрос и в мире животных. Выбирайте. В мире животных. В мире животных. Прам-пам. Да? Помните эту песню? Слепой экскаватор. Это кто? Крот. Крот, верно. Выбирайте, Абат. Так. В мире животных. В мире животных. Существуют ли на самом деле золотые рыбки? Да. Первая была Айжан. Действительно, это правильный ответ. Существуют. У меня дома живут. В аквариуме. Выбирайте. Ты не заказываешь? Нет. Выбирайте, Айжан. Техника вокруг нас. Техника вокруг нас. Настюша? Так, система опор, необходимых для разбега. Это мы уже читали. Пардон. Зачем гоночному автомобилю крылья? Для разгона. А, для скорости. Для быстроты. Для скорости. Нет, нет. Для Айжан. Вы, ребята, вы уже сказали. Теперь Айжан, для чего же? Зачем гоночному автомобилю крылья? Почему большая часть спортивных машин низкие? Что не очень хорошо для состояния дорог, которые сейчас в октябре. В любом случае, не дай бог. Сейчас запчасти на автомобиль такие дорогие, что, по сути, нельзя об этом даже подумать. Итак, для чего? Аубакир! Аубакир! Наш телезритель, вы с нами? Нам покажут или скажут, о, телезритель с нами, Аубакир. А у Бакира, по-моему, нет, да, с нами? Что-то у нас со связью. Ну ладно, хорошо, тогда переход хода у нас к вам, Абат. Дело в том, что для чего на самом деле гоночному автомобилю нужны крылья? Я вам отвечу. Для того, чтобы лучше прижимало к дороге. Поэтому даже низкие машины, я слышал, может, я прав, может быть, нет. Не такой уж профессионал в автомобилях, это у меня друг разбирается в авто хорошо. А вот низкая машина, это значит для того, чтобы безопасность. Скорость была больше. То есть почему говорят, что высокие машины чаще всего переворачиваются на скорости, да, чем низкие. Выбирайте тему, Абат. Техника вокруг нас. Техника вокруг нас. Итак, что в переводе с латинского означает авиация? Воздушный транспорт. Но по-другому авиация. Ну, вопрос такой, знаете, с подковыркой. Да. Что в переводе с латинского означает авиация? Авиация. Абат. Воздушные. Ну, Абат. Что-нибудь. Абат. Что в переводе означает авиация? Авиация. Так, Абат, ваш ответ? Нет. Ну, воздушный транспорт. Нет. Нет. Авиация. Авиация. Да. Так и есть авиация. Поэтому мы вас запутали. Выбирайте, Медина. Волшебные слова. Волшебные слова. По щучьему велению, по моему хотению, кто говорил? Золотая рыбка. Нет, не золотая рыбка. Нет, не золотая рыбка. По щучьему велению, по моему хотению, это у нас на букву Е. Как его звали? Емеля. Емеля, молодец, верно. Выбирайте. Волшебные слова. Волшебные слова. Сивка, бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Боже, я запуталась. Есть варианты? Раз, два, три, Абат. Мальчик, да? Сейчас скажу. Какой мальчик? Как звали мальчика? Как мальчика звали? Митя? Нет. Сейчас, подождите. Сейчас. Иван дурак, да? Иванушка дурачок. Верно, выбирайте тему. Волшебные слова. Волшебные слова. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. А это девочка из «Цветик семицветик». Молодец. Молодец, да. Выбирай тему. В мире животных. В мире животных. Водятся ли в морях ежи? Да. Нет. Ведь водятся, действительно, морские ежи. Выбирайте тему, Медина. Волшебные слова. Волшебные слова. Итак, раз, два, три, горшочек вари. Кто это говорит? Бабушка? Нет. Баба-яга? Нет.
Есть вариант? Нет. Это говорила девочка из сказки «Горшочек каши». Ну что ж, а сейчас настало самое интересное время, которое я люблю больше всего в нашей программе – считать чужие деньги. Кто и сколько сегодня заработал, узнаем, дорогие друзья, через несколько секунд. Не переключайтесь, у нас еще есть 10 тысяч тенге, которые могут достаться вам. Энергия дачи на Рика ТВ. И вот мы посчитали и итог первого тура. Внимание. Итак, на третьем месте у нас Абат. У него 2000 тенге. Но он, тем не менее, молодец. Сегодня участвовал и хорошо отвечал. На втором месте у нас Айжан. У него 2500. Браво, Айжан. Ну и лидирует у нас Медина. У него 6000 тенге. Медин, и мы предлагаем тебе 6000 увеличить до 10000 тенге. Но имей в виду, если ты неправильно отвечаешь на вопрос супер игры, вся сумма сгорает, и с нашей студии ты уходишь с шиш. Ну, то есть, не со мной, а с нулем. Я, пожалуй, заберу деньги. А? Заберу деньги. То есть не играешь в супер игру? Точно? Точно. Хорошо, тогда оставайся здесь, сейчас будут играть с тобой телезрители. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Тамара. Тамара, очень приятно. Вы готовы выиграть 10 тысяч? Готовы. Да? Тамара, а вот скажите, вы часто на все программы звоните, да? Я просто спрашиваю. Вам это нравится? На вашу программу постоянно. Я люблю вашу программу. Спасибо, очень приятно. Итак, Тамара, сейчас вам наша участница, уже победительница, которая заработала 6 тысяч тенге, выбирает тему. Темы такие: волшебные слова, техника вокруг нас, мир профессий, музыкальные вопросы в мире животных. Если вы угадываете, 10 тысяч ваши, если нет, то уж простите. Мир профессий. Мир профессий. Итак, хорошо, сейчас мы, ой, какую легкую тему там выбрали, а? Подождите, мир профессий, вы говорите, нас для вас Медина выбирает, да, тему. А, для меня? Да, да, потому что она отказалась от суперигры, отказалась от своих 10 тысяч. Давайте технику. Техника, да? Техника вокруг нас. Итак, вопрос Тамаре. По преданию, первый летательный аппарат был разработан древнегреческим философом Архитом Тарентестием. Как он назывался? Итак, Тамара, есть варианты? Сейчас подумаю. Летательный аппарат, да? Да, по преданию, первый летательный аппарат был разработан древнегреческим философом. Как он назывался, этот аппарат? Аэроплан? Тамара. Ой, нет, вот это воздушный шар. Это ваш окончательный ответ? Да, окончательный. Тамарочка, не расстраивайтесь. Нам очень приятно, что вы к нам звоните, честное слово, но это неправильный ответ. А назывался он, аппарат, голубем. Голубь, понимаете? Так что сегодня у нас и нет победивших среди телезрителей, и нет проигравших среди тех, кто пришел в нашу студию. Абат и Айжан, вам спасибо за участие, а Медина, вы остаетесь для того, чтобы еще определить одного среди покупателей счастливчика этой недели среди покупателей торгового дома «Энергия». Остановись на красном. Еженедельно, они здесь разбираются пока, кто будет открывать шарик, а я вам хочу сказать, что еженедельно, посещая торговый дом «Энергия», приобретая продукцию на сумму от 5000 тенге и более, вы становитесь обладателем лотереи. А мы каждую неделю в рамках программы «Энергия удачи» проводим данный розыгрыш. И вот сейчас наша сегодняшняя победительница, которая набрала наибольшее количество правильных ответов, открывает вместе с Настей они шар, в котором находятся те самые отрывные купоны, и помещаем мы их в лототрон. А уже
уже по итогам сегодняшней игры. Один счастливчик завтра получит приз, хороший приз от торгового дома «Энергия», который находится по адресу проспект Санкибай-Батыра, 72, Красный торговый дом. Итак, все поместили. Готовы? И давай, вращаем барабан. Хорошо, тщательно, тщательно, тщательно. Ну, скажи честно, Медин, вопросы были сложные или нет? Ну, были нормальные вопросы про актера и актрис. Нет. Ну, конечно, конечно. Сейчас все сидят либо в планшетах, либо в телефонах, либо как без актеров и актрис. Нет, не все сидят. Не все? Да, некоторые читают книги. О, ну, опять же, все книги предпочитают читать по... Ну, да, но я предпочитаю книжный вариант. Да. Я тоже. Молодец. Настя, а ты какой вариант? Естественно, книжный. Книжный. Вытягиваем купон и произносим номер, показываем его на камеру. Кто же на этой неделе стал счастливчиком? Прочитаем. Номер 018220. Покажи вот туда это все. Итак, номер победителей сегодня становится участник с номером купона 018220. Мы вас от всей души поздравляем. И, конечно же, торговый дом «Энергия» желает вам всех благ. Ну что ж, Настя, спасибо, спасибо, Медина, спасибо всей 20-й школе, кто поддерживал сегодня. Ребят, мы увидимся с вами ровно через одну неделю в программе «Энергия. Удачи» на телеканале Рика ТВ. 6 марта не забудьте настроиться на телеканал Рика ТВ в 19:20, и вы вновь зарядитесь энергией на всю неделю. Дай Бог вам здоровья, берегите себя и своих близких. Всего доброго.